В Новокузнецке завершился второй этап первенства региона «Сибирь-Дальний Восток» среди команд 2005 года рождения. «Металлург» на турнире был представлен воспитанниками Центрального и Новоильинского отделений хоккея. В соперниках были сверстники из Новосибирска, Чика, Владивостока, Хабаровска, Усть-Каменогорска и Барнаула. «Металлург-центр» стал бронзовым призером. Третье место – это достаточно хорошо. Мы старались, но проиграли два матча. Один из матчей проиграли Сибири. Самая напряженная, наверное, игра была? Да, напряженная, потому что мы могли одержать победу, но пропустили в самом начале и не смогли отыграться. На следующем этапе настроены брать реванш? Да, мы хотим взять первое место, чтобы поехать на первенство, самое главное, первенство России. Подопечные Владислава Лантратова из 7 матчей выиграли 5. Новокузнечане уступили Сибири и Штурму, которые заняли первое и второе места соответственно. В остальных поединках с иногородними соперниками были одержаны победы, в том числе с крупным счетом. Что касается нашего городского дерби, в котором друг против друга играли два металлурга, на этот раз встреча закончилась со счетом 6-3 в пользу центра. Мы хорошо начали, за 5 минут забили 3 гола, но потом тут же расслабились и в этом же периоде 2 гола пропустили. Потом более игра успокоилась, ну и мы все-таки до конца дожали Илинку и еще забили. На ваш взгляд, с кем принципиальнее играть, с Новосибирском или с нашей командой, с Илинки? Я думаю, с Илинкой, потому что это дерби и никто не хочет проиграть. Ну, так получилось, что мы выиграли. Илинский «Металлург» по итогам второго этапа расположился на 4-м месте. Новокузнечане одержали 4 победы при 3 поражениях. Подопечные Александра Соболева обыграли «Адмирал», «Амур», «Торпедо» и «Барнаульский Алтай», соответственно, опередив всех этих соперников в таблице. Но основная борьба еще впереди. Третий этап первенства, который состоится в нашем городе весной и определит чемпиона региона в текущем сезоне. Все у нас решаться будет в марте, будет финальный этап. То есть там уже постараемся побороться за первое место, за выход в финал. Что есть костяк из 6 команд, примерно одного уровня. То есть между этими командами и будут разыгрываться призовые места. Все команды ровные, то есть слабых нету соперников. Со всеми надо выходить и выкладываться каждую смену.